Платежи в квитанциях за коммунальные услуги увеличиваются за свет, воду, газ и отопление. Для тройки крупнейших городов области индексы роста увеличиваются. Для Самары на 6,2%, для Сызрани 5,3%, Тольятти 4,8%. Тарифы на свет и газ устанавливаются на федеральном уровне. С 1 июля стоимость газа вырастет на 4%, подорожает и электричество. В городских округах изменится тариф на 23 копейки, а для жителей сельской местности и для городских жителей, у кого установлены электрические плиты, прирост тарифа составит 16 копеек. Изменится и плата за капитальный ремонт. Утвержденная ранее сумма меняется впервые с 2014 года. Для жителей, проживающих в многоквартирных домах до 5 этажей включительно 38 копеек, 5,45. И для собственников помещений, проживающих от 6 этажей и выше, то есть для высоток, на 43 копейки вырастет тариф. Все льготы для населения на оплату коммунальных услуг в регионе сохраняются. На соцвыплату могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и инвалиды. В среднем сумма выплаты составляет 1500 рублей. По темпу роста тарифов Самарская область на 6-м месте в Приволжском федеральном округе. Больше всего плата за коммунальные услуги вырастет в Пензенской области, больше, чем на 5%. Меньше всего в Удмуртии. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.